Всем привет, вы на канале Колкубер, я переключился на аккаунт, где 6000 кубков 187, и давайте же посмотрим на наших перцов. У меня здесь, я думал, есть Бравл Пасс, у меня есть два гаджета, две пассивки, давайте улучшим же нашу Джесси, улучшаем Динамайка до 7 силы, у нас открывается гаджет, улучшаем Бо нашего, вот, кстати, можно будет купить скин за 79 геймасов. Далее улучшаем нашего Гаса. Давайте улучшим нашу, какого, Мэг. У меня, так сказать, Сэм с Бравл Пасс. Вот такой вот прикольный Бравл Пасс. Выглядит прикольно. И вот такой вот обычный дедушка американский Сэм. Давайте же выходим и, наконец-то, посмотрим на скины, да? И сегодня мы, кстати, купим вот этот вот, вот все скины в магазине в Бравл Старсе. Давайте же посмотрим, что есть. Вот такая вот Ева за 169 геймасов можно будет купить за это. Один Бравл Пасс, вот такой пин-пак пинов, можно будет купить 5 мегаящиков по акции. Вот такой вот прикольненький скин на Бо, вот такой вот прикольненький скин на Поко, на Эль Примо вот такой вот. Да, у меня, кстати, вот такой вот Эль Примо есть, только зеленого цвета. Вот такой вот скин на Динамайка, на Эль Прим, вот такой вот скин, на Тика, на Мэг и Алкаш. Рик, Барни, хотел сказать Рико, и старая Пенни. Итак, ребята, готовы? Сейчас мы купим скин на этого персонажа. Готовы? True Focus скин, скин in clear. Ну и я, в общем, поставил Бравл Пасс на английский язык, чтобы мне было удобнее. Готовы? Раз, два, три, нажимаем. Итак, нам выпадает New Skin Trico Poco The Bait Randoms. В общем, вот такой прикольный Ри Поко. И у нас скинули кубки. Заходим на аккаунт, заходим на Поко. А, да, кстати, у меня здесь есть Бравл Пасс. Вот, Бравл Пасс. И есть вот такой вот прикольненький Поко. Он у нас получается со скином. Со скином. Нажимаем и скринить, и все. Ладно, всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал. Всем пока. Yes.